Привет, с вами бьюти-блогер Лилиана Мамотина. И сегодня наша тема — носогубные складки. О да, эти носогубные складки — проблема очень многих девушек, которые все время стремятся от них куда-то избавиться. Носогубные складки появляются у нас в результате физиологических особенностей. Ну и плюс, когда начинается первый этап старения, что происходит? Наше лицо втекает вот таким вот образом наискосок. То есть вот так вот, обратите внимание, я вот так вот сейчас буду вести вниз. Смотрите, как стекает, да, наше лицо, видите? У меня, может быть, если я не буду выполнять никаких массажных техник или фейс-фитнеса, то у меня будет брыль здесь, вот здесь спровоцируется. А вот в этой зоне у меня, конечно, будет носогубная складка, но почему-то брыль сильнее, чем носогубная складка. Итак, смотрите, что мы делаем. Вообще, есть основополагающее упражнение, которое спасет эту зону лица от возрастных изменений. Это упражнение называется на букву О. Его делают, упражнение выполнять не в массажных техниках, а в фейс-фитнесе. Но мы его соединим с массажными техниками. Что мы делаем? Пробиваем, просто поем букву О в течение 1, 2 или 3 минут. То есть каждым разом мы это количество времени мы увеличиваем. Обращаем внимание, почему мы должны петь эту букву О. Например, я скажу, да, вот так, буква О. И я буду сидеть в таком положении, к примеру, 3 минуты, то, естественно, за эти 3 минуты мое лицо будет сдвигаться. Я же не буду его контролировать. Поэтому для того, чтобы правильно контролировать выполнение этого упражнения, нужно петь эту букву. Вот так. Когда вы прекращаете делать это упражнение, вы делаете вот такое расслабляющее движение. Сразу в этой зоне вы почувствуете натяжение. Вы делаете вот такое вот движение, лошадка, тоже из фейс-фитнеса. Вот так. Ну, таким образом вы расслабляете себе вот эту часть лица, с которой вы сейчас работали. Дальше мы сделаем из лимфодренажного массажа японского одно упражнение. Оно как раз помогает зону сделать более красивым. То есть, например, вот наносите вы крем, ставьте вот в этот момент, когда нанесли, значит, ставьте вот так ручки. Такое должно создаваться ощущение, да, как будто вы кого-то зовете. Потом ребро ладони и палец вот этот, они должны совершать нажим на зоны, на которых они находятся. Вот ребро ладони на крыльях носа, палец под подбородком, да, вот так. Вот, то есть смотрите, мы делаем вот такое движение. И выполняем это движение 5 раз. Вы можете делать его и больше. То есть все зависит от вашей выдержки, да, потому что здесь нужно, ну и понятно, от полезности, то есть что вы хотите от этого упражнения. Вот вы сделали его 5 раз, затем от внутренних уголков глаза вы ведете к внешним. Здесь останавливаетесь, давите, считая до 5. Далее вы отпускаете пальчики, отпускаете нажим, продвигаетесь легкими движениями к висковой зоне, и затем вы спускаете вот так лимфу. Все, вы сделали это 3 раза. Упражнение готово. Для чего вы спускаете лимфу? Когда вы убираете, например, даже отек этим вот упражнением, вы лишнюю жидкость, которая находится в лице, там собирается, допустим, вот здесь, в жировых пакетах, вот так вот, вы ее ведете вот сюда в сторону. Ей нужно куда-то деться. А куда ей нужно деться? Ей нужно уйти вниз. Вниз, вот вы ее вот так опустили. В общем, всем хорошего настроения. До новых встреч!